Верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Прошу вас. Мы гордимся, что в ходе специальной военной операции наши бойцы действуют мужественно, профессионально, как настоящие герои. Российские воины разных национальностей сражаются плечом к плечу. В этом единении, вере в правоту своего дела, в той огромной поистине народной поддержке, которую чувствуют наши воины, великая, несокрушимая сила России. Наша армия и флот в соответствии с требованиями сегодняшнего дня совершенствуются во всех ее важнейших сегментах. И это совершенствование пойдет на пользу армии, флоту и всей военной организации государства. Нет никаких сомнений в том, что мы будем еще сильнее.